Шкода Йети, замена тросов ручника. Леху снимать не будем, он злой сегодня. В салоне снимаем пепельницу. Вот защелка отжимается отверткой, вот отсюда снимается, вот он, видно, да? Получается, со стороны водителя уходит вдаль, а здесь не уходит, не выломайте, будьте аккуратными. Так, попав в недра, мы видим чего? Мы видим того, вот это коромысло, вот регулировочный болтик, и вот два троса, они шевелятся. Так, чтобы было проще, дергаем ручник полностью, сколько дернулся. Вставляем какие-нибудь заглушки, проставки. С обоих сторон. И скидываем тросики. Они легко здесь скидываются, в принципе, без принуждений. Та-дам. Вот он. Брехня? Я же сказал, ты злой сегодня. Что, не вылазит? Не, ну, я имел в виду, с коромысла выходит, а вот оттуда-то тяжело выходит. Тем более, если не смазывать. Скинуть тросики с коромысла проблем нету, но вот там вот направляющая трубочка вот так проходит. Если сразу тросик не выходит, то, возможно, его надо пальцем вот так немножко поправить. Там вот средним пальцем вот так вот можно нащупать здесь отверстие и в него протолкнуть тросик. Здесь вообще не возникает труда его вытащить. Особенно, если это делает Леха. Здесь получается зажимчики, в которые вставляется тросик. И где-то там, где-то есть трубочки. Трубочку не трогаем, просто в нее суем. Ну или вынимаем, если вы снимаете. Беда этих тросиков в том, что у них вот эта часть смотрит наверх. И в нее, как в забрало, забирается влага и грязь. Пыльник целый, тросик целый. Один хрен, туда вода попала. Вон она.